каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрощен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки, прячут помидорчики, нычат бардачки. Хи-хи-хи, лыбу давят пацаны, пакистанцы, марокканцы, и из березы вдруг посыпались звонки. За килограмм движухи, курьеры тоже курят, немного дури. И шаг не подведет, как КамАЗ врет. Копыта, Гудиер, резина и машина Нива за границей ждет. Ближе к нам, городам, в копченых девятинах читают парни в хлам. В клубах, в падиках, на скамейках, в парках, в Сандее, в Колизее тоже как ни странно. Ждали книжек почитать от друга дальнего, кусочка черного, квадратного или овального, мягкого, сухого, похуй так-то. Ака вот так-то, аккуратность так-то. Алло, а? Это Пакистан? Да. Нам нужен 1 килограмм. Будет. Алло, а? Это Пакистан? Да. Нам нужен 1 килограмм. Будет. Людям надо, люди покупают. Одни заказывают, а другие... И я как почитатель почитательной культуры еду на Химаш в поисках литературы. Ни с кем не буду судиться за рекламу черного мягкого химашевского плану. Слеплен с любовью, как шоколад на скле, упакован в горах, увезен на осле. Туфли тупоносы, штаны Адидас, работают чуреки, грузят план с КамАЗ, чтобы доставить до нас взяток народу пресс, таможня, мафия и постовому ДПС. С Пакистана. Это Пакистан? Да. Нам нужен 1 килограмм. Будет. Алло, а? Это Пакистан? Да. Нам нужен 1 килограмм. Будет. Суммы на вашем лицевом счете недостаточно для звонка по набранному номеру. Ком целиком, целиком, ком, ком, целиком, ком, мы выкурим гроб. Ком целиком, целиком, ком, ком, целиком, ком, мы выкурим гроб. Что-то хуй знает. Что-то хуй знает, чё начитал я.